И в продолжение темы. В этом месяце Видновский перинатальный центр установил собственный исторический рекорд. За первую половину октября здесь на свет появилось 11 пар двойняшек, а в один из дней целых 3 двойни. Видновский перинатальный центр является учреждением третьего уровня, поэтому двойни рожают у нас, и наш сектор, если есть такая женщина, в общем-то, курирует таких пациенток и во время беременности, и на родразрешение они приезжают к нам. И, кстати, в таких счастливых случаях родители получают 2 подарочных набора от губернатора.